Сотрудниками департамента полиции задержан житель города за хранение наркотиков и оружия. При обыске дома 54-летнего жителя были обнаружены два полиэтиленовых пакета с растительным веществом со специфическим запахом и незарегистрированное оружие. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. По заключению экспертизы установлено, что изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом 1 килограмм 367 грамм. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере Уголовного кодекса Республики Казахстан». По факту незаконного хранения оружия составлен административный протокол.